Александр Георгиевич, у меня предложение. Вы действительно рассказали сегодня о работе главка. Сотрудники очень большой вклад вносят и в существование, и развитие Красноярского края. Но вот сегодня мы увидели прекрасную процедуру. Вот сегодня было награждение двух сотрудников определенными там грамотами. Но вот хотелось бы, чтобы больше было награжденных, чтобы вы взаимодействовали и тоже давали списки, потому что редко, вы 6 раз, вы говорите, уже отчитывались, но это редко происходит, правильно? Поэтому мы готовы тоже награждать сотрудников, потому что они замечательно работают. Система либо традиции, они возникают из повторяемости каких-то событий. Второй раз в прошлом году, если вы помните, а вы депутат еще старого созыва, помните, мы запустили эту процедуру. Сегодня второй раз при отчете награждаются сотрудники, то, наверное, будет эта система. Более того, ну, наверное, ни одного мероприятия, Алексей Игоревич об этом скажет, не проходит без награждения правами председателя законодательного собрания Красноярского края сотрудников полиции. Мы используем любую площадку для возможности мотивированного такого, значит, поддержания каждого полицейского, который добросовестно исполнял свои обязанности.